корзинку белого цвета мы снимаем на середину, а с левого столбика первого оранжевого мы возвращаем обратно на правый столбик. Если мы собрали эти вещи, у нас можно получить на левом столбике оранжевый цвет, на правом столбике оранжевый цвет. Сразу и белый оранжевый цвет. Берем резинку белого цвета, это цвет цепочки, надеваем ее на два столбика и снимаем первые оранжевые резинки, ну не первую белую, а первую оранжевую резинки с двух столбиков на серединку. Берем резинку оранжевого цвета, надеваем ее на два столбика. Последнюю оранжевую резинку мы снимаем на середину. Это с левого столбика я сняла, а с правого столбика мы берем первую оранжевую резинку, снимаем ее и возвращаем на левый столбик. Смотрите, что у вас резинки не перепутались. Берем резинку оранжевого цвета, надеваем на два столбика, снимаем с правого столбика последнюю оранжевую резинку, самую последнюю. С левого столбика мы первую резинку захватываем, снимаем и возвращаем ее на левый столбик. Теперь нам нужно заполнить такую последовательность. Берем резинку белого цвета, надеваем ее. Первую оранжевую мы снимаем на середину. С левого столбика тыльной стороной крючка отодвигаем оранжевую вторую резинку и захватываем самую последнюю белую резинку и сбрасываем ее на середину. На правом столбике будет плавно точно так же. Первую оранжевую резинку мы снимаем. Тыльной стороной крючка отодвигаем резинку оранжевого цвета и снимаем резинку белого цвета на середину. Берем резинку оранжевого цвета, надеваю на столбики, снимаем последнюю резинку с левого столбика оранжевого цвета, с правого столбика снимаем первую оранжевую резинку и возвращаем ее обратно на левый столбик. Берем резинку оранжевого цвета, надеваем на два столбика, последнюю оранжевую резинку мы снимаем на середину. С левого столбика мы снимаем первую оранжевую резинку и возвращаем ее на правый столбик обратно. Повторим еще раз. Берем резинку белого цвета, надеваем. Самую первую оранжевую резинку, не первую белую, а первую оранжевую резинку снимаем на середину. Тыльной стороной крючка отодвигаем оранжевую вторую резинку и захватываем нижнюю последнюю белую резинку, снимаем тоже на середину. Первую оранжевую на правом столбике точно так же поступаем. Снимаем первую оранжевую. Тыльной стороной крючка отодвигаем резинку вторую оранжевую. Тыльной стороной крючка отодвинули. И захватили последнюю белую резинку. Берем резинку оранжевого цвета. Надеваем. Захватываем последнюю резинку оранжевого цвета. Слева или справа столбика снимаем на середину. И с правого столбика первую оранжевую снимаем и возвращаем обратно на левый столбик. Берем резинку оранжевого цвета, надеваем на два столбика. С правого столбика снимаем последнюю оранжевую резинку. И с левого столбика берем первую оранжевую резинку и снимаем и возвращаем ее обратно на правый столбик. Берем резинку белого цвета, надеваем ее на два столбика, снимаем первые оранжевые резинки с двух столбиков, тыльной стороной крючка отодвигаем резинку вторую оранжевую, захватываем последнюю белую резинку, снимаем на середину. Тыльной стороной крючка с правого столбика отодвигаем оранжевую вторую резинку и захватываем белую последнюю резинку. И так повторяем последовательность. А если вы хотите посмотреть еще раз, перемотайте видео назад и посмотрите. А я пока что сплету браслет за кадром.
Вот, я сплела свой браслет определенной длины. Вот вы можете посмотреть, как он выглядит уже. Так, вот его две стороны. А вот его белая цепочка. Теперь нам надо его закрыть. Снимаем последние резинки, которые нам уже не нужны, на середину. Снимаем вот так вот. С двух сторон. Сняли. Потом опускаем чуть ниже. Подтянули. С любого столбика берем резиночку, перекидываем. Я беру с левого столбика резинку и перекидываю на правый. Потом беру последнюю резинку, скидываю на середину, подтягиваю немножечко, тянула и сняла. Вот такой браслетик у меня получился. Теперь мне его надо закрыть. Берем нашу застежечку, надеваем. Так вот надели. И со второй стороны берем две резиночки, вот так вот, подтянули. И надели нашу застежечку. Вот такой браслетик у меня получился. Я думаю, вам понравился мой урок. Если вам понравился, подписывайтесь на мой канал и ставьте палец вверх.